Та-дам, ребятки, всем привет! Вместо Влада сегодня буду записывать программу Big News и русский чарт. Все в отпуске, один я работаю, так что мы начинаем. Всем привет и добро пожаловать! Это Фанбокс. Смотрите сегодня. Финал чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. Выглядит, конечно, мега круто. Томас Мраз о своем альбоме и ближайших планах. Ни одна песня не является лишней на альбоме, они все связаны. А также бэкстейдж со съемок TNT Music Live. В гостях Ершов. Итак, усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Мотор. Всем привет! В студии Глеб Алелов, и это русский чарт на TNT Music. Поехали! Рад познакомиться, друзья. У нас сегодня Евгений Ершов в TNT Music Live. Программа Фанбокс продолжается. Всем йоу, котики! Сегодня я одна, но не совсем, вместе с Никитой. И мы пришли на предпрослушивание нового альбома Томаса Мраза, который выйдет только 2 апреля. А мы уже сегодня, и вы вместе с нами сможете его послушать. Так что погнали! Здрасте. Здрасте, мы TNT Music. О, сейчас как раз. Здрасте. Кто у тебя? Это корейский актер. Корейский, да? Да. Он жив еще? Вот, конечно. Знаешь, на Цоя очень похож. Цоя? Это Анатолий, который... Шутки. Привет. Оперативно, на приветики. Классная цикура у тебя. Спасибо большое. 2 апреля у тебя презентация нового, вернее, релиз нового альбома. Да. Сегодня закрытое слушание. Да. Расскажи немножко про альбом. Во-первых, там целых 25 песен, он идет больше часа. То есть это не для всех, но для тех, кто шарит. Сама стилистика выполнена немножко в такой гетто-античной Греции. Мы специально придумали такой стиль для персонажа, для обложки. В этом альбоме есть целая история, драматургия какая-то с лирическим персонажем, главным героем альбома, что-то происходит. И потом в конце, когда он, побывав на самом дне, находит себя через страдания, он понимает, что это и есть настоящая победа. Не деньги, не женщины. А именно, когда ты нашел себя, и ты счастлив, ты в гармонии. Оказывается, это реально все будет в секрет баре, а не в море. Так что идем смотреть. Секрет опер. Трек на альбоме, который послушаешь и поймешь вообще всю суть альбома? Или нужно прослушать прям историю? Хороший вопрос. Отрочество. Можно привести в пример, как лицо альбома. Меня не вдохновляешь, ты не одиночество. Счет строчества, я получил пророчество. Знаешь, как меня зовут и мое отчество. Вот песня «Болью» еще очень глубокая. И вот в этом альбоме очень много разных жанров крутых, но они все не являются, ни одна песня не является лишней на альбоме, они все связаны, и они все друг другу подходят, несмотря на супер разные, как бы, все. 28 мая. Глав-клаб, да. Будет какое-то шоу или... Да, мы уже готовим декорации, готовим музыкальную программу. И надеюсь, то, что как старые добрые солдатнем Йоту, нашу старенькую. Удачи. Я спасибо. Думаю, что мы увидимся еще на твоем концерте. Обязательно. Приходите. Это успех.
успеют. Ну что, мы прослушали примерно 5, наверное, треков с нового альбома, а их всего 25, просто мы летим уже на следующие съемки. А я вам настоятельно советую скачать новый альбом Томас Мраз. Виктори вам точно понравится, вон Никита до сих пор крючит. Танцую. Пока. Друзья, друзья, привет! Ну что, мы сейчас летим в сторону парка Патриот. Именно там сегодня пройдет финал чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. Это нереально движовое и драйвовое соревнование. То, что рано или поздно такой вид спорта бы появился, сомнений нет. Коньки обожают во всем мире, а желание скорости и борьбы есть, пожалуй, в каждом человеке. И вот все это соединилось в айс-кросс даунхилле и превратилось в отдельный вид спорта. Сегодня мне выпала честь поработать ведущим на этом мероприятии, на этих соревнованиях. Вот это моя сцена. Вот такой вот сценарий. И он на самом деле довольно-таки толстый. Это единственная в мире стационарная трасса по скоростному спуску на коньках. Такого нет нигде вообще. Здесь летом ролики на роликовых коньках. Скоростный спуск, а зимой здесь замораживается лед. Причем лед не натуральный, а искусственный. То есть там есть трубки, замораживается холодоагент, и здесь постоянно лед. У нас сейчас с тобой температура плюс 8, а там отличный лед, мы сейчас посмотрим. Это самая сложная трасса в мире. Я ее называю трасса с высунутым языком. Она 500 метров. Обычно строят 350-300 метров. А скорость, которую развивают участники, достигает 80 км в час. До 80 км в час, да, да. То есть, короче, штрафы не приходят. Да, кстати, превышение... Да, чуть-чуть, на удочку, 1 километр, и все. Смотри, сейчас солнце фигачит, плюс 8, и при этом лед в идеальном состоянии. Потому что там внизу под подушкой огромные трубы, по которым все это мораживается. Итак, ребят, высота 8-этажного дома. Обычно трассы для скоростного спуска на коньках делают на обычном рельефе. То есть выбирают либо какие-то склоны, либо улицы каких-то городов также со склонами. Эта же конструкция построена на плоскости, ну и выглядит, конечно, мега круто. А, ну вот, друзья, старт. Именно отсюда вот начинает движение спортсмены, лед. Ну и вот вы, в общем-то, видите, каких все размеров. Пока у меня есть немного времени, расскажу вам пару слов про то, что такое Ice Cross Downhill. В общем, впервые эти соревнования прошли в 2000 году, то есть уже, получается, сколько? 21 год они проходят. Метят, кстати, на Олимпиаду, хотят войти в олимпийскую семью. Я думаю, что абсолютно точно все шансы на это есть. Россия весьма неплохо себя показывает на этих соревнованиях. Например, сегодня вот на этом чемпионате мира, на финале чемпионата мира будет выступать наш русский райдер, наш русский спортсмен Дмитрий Мурлычкин. Сейчас находится на 5-м месте в общей рейтинговой системе. Мурлычкин лидирует перед Мурлайдом, но соперники сидят буквально на плечах Оудес. Очень неплох. И, в общем-то, имеет все шансы на то, чтобы стать чемпионом мира. Будем за него, конечно, переживать и болеть. Эти соревнования, на самом деле, невероятно непредсказуемы, потому что всего лишь там 50-60 секунд на то, чтобы пройти всю эту трассу, очень большие хода. Толкаться нельзя, но при этом, естественно, любой из участников может упасть, споткнуться. Кто, например, был последним, приходит первым. То есть очень-очень непредсказуемые заезды. Страсти этим вечером кипели подобно вулкану. Каждый заезд – это буйство эмоций. Смотреть за тем, как 4 спортсмена в полной хоккейной амуниции ломятся со скоростью 60 км в час вниз по ледяному желобу, можно без остановки. В Москву приехали спортсмены из 14 стран мира. Российским поклонникам Ice Cross Downhill'а в этот раз было за кого поболеть. Из-за сложной ситуации в мире главные претенденты на победу не приехали. Дмитрий Мурлычкин, который находился на 5-м месте в мировом рейтинге, имел все шансы забрать золото себе. И вот он с Мурлычкиным плечом к плечу. И там будет контакт, и Мурлычкин рвается вперед. После первых же заездов стало понятно, что Дима эту возможность упускать точно не собирается. В заездах он доминировал вплоть до финала. В итоге он буквально выиграл первое место в очень нелегкой борьбе. Мурлычкин, несмотря ни на что, отрывается от Джима Де Паоли. Под фейерверк они миновали рампу, и Де Паоли там едва не оступился. Сегодня на финале чемпионата мира по скоростному спуску на коньках.
Вот она, наша команда, и вот наш чемпион! А, братан, помнишь, 2 года назад мы с тобой спали, да? Ты спрашивал, когда я стану чемпионом, этот мир, этот момент настал. Но я не могу сказать, что именно моя трасса, вот, но она технически сложная, но у нас были тренировки, все привыкли. Сложность в том, что она очень длинная, да. И очень много проблемных моментов, поэтому... Вот пару расскажи самые такие проблемные. Я понимаю, что wall ride... Лёд говно было. Солнце фигачит, плюс 8, и при этом лед в идеальном состоянии. Потому что солнце было, я обогнал по каше, как говоря. Вот, а так, блин, господи, трек узкий, и много паст. Если ты летишь, а я обожаю просто летать, это просто мой кайф. И если тебя чуть-чуть толкнут, то все, ты ловишь дисбаланс и падаешь. Если ты адаптируешься здесь и сейчас, в долю секунду, ты победитель в этом раунде. Поэтому такая вот история. Российский спортсмен, Дмитрий Мирлычкин сегодня победил. Россия! Россия! Россия!